Посмотрите, посмотрите, какой красавец! Опа! Привет, друзья! Это рубрика «Тесты. Обзоры. Эксперименты». Сегодня я представлю вашему вниманию беспроводной эхолот Dipper Pro Plus. Постараюсь показать и объяснить его работу при ловле со льда. Dipper – это всего лишь сонар. Для того, чтобы получить информацию, у вас должно быть при себе какое-либо устройство на базе Android или iOS. На свой гаджет вы устанавливаете приложение Dipper и после загрузки начинаете полноценно пользоваться своим новым помощником. Давайте посмотрим, как же данная ситуация выглядела на экране. А теперь рассмотрим подробнее. На экране мы видим три информационных окна. Все они доносят одну и ту же информацию, но в разных стилях. Слева у нас самый обыкновенный флешер. Центральное табло информирует нас о глубине и температуре воды. На среднем табло также отображается глубина. Наружное табло более информативное. В самом верху синими полосками отображается лед. В данный момент на глубине в районе 2,5 метров находится мормышка. На глубине 3,5 метра мы видим присутствие рыбы. Чуть глубже, в районе 4 метров, также, возможно, присутствует рыба. Ну и в самом конце отображается дно. Перейдем к следующему информативному окну. Точно так же мы видим лед. Прямо подо льдом, возможно, находится стайка верхоплавки, а возможно и просто пузырьки воздуха. Далее мы видим отчетливое падение мормышки. Таким образом отображается присутствие рыбы. И в нижней части дно. По правой стороне отображается глубина. Третье информационное окно также отображает лед, мормышку, рыбу и дно. Давайте посмотрим, как выглядит поклевка. Здесь мы видим соединение двух полос. Здесь то же самое. Ну а здесь маленькая белая точка в разы увеличила свои объемы. Осталось рыбку подсечь. Ну и, как говорится, проверочная работа напоследок.
В одном из следующих выпусков мы отправимся с Жерлисом и за щукой и посмотрим, чем же сможет помочь Диппер. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.